Следующий фокус называется «Волшебная бутылка». У меня здесь есть совершенно пустая красная волшебная бутылочка и кусок бельевой веревки. Смотрите внимательно. Я опускаю кончик белой веревки в бутылку. Обратите внимание, как легко он входит в бутылку через горлышко и выходит обратно. Добавим немного волшебства. Я переворачиваю бутылку вверх дном, и вы видите, что веревка остается в бутылке. Можно даже слегка подергать ее. Теперь я переворачиваю бутылку обратно, щелкаю пальцами, и вы не поверите. Веревка с легкостью извлекается из бутылки. Бутылка абсолютно пустая. Это был фокус под названием «Волшебная бутылка». Вся хитрость заключается вот в этом резиновом шарике. Если поместить его в бутылку, а затем опустить в нее и веревку, произойдет буквально следующее. Перевернув бутылку вверх дном и слегка потянув веревку, мы зафиксируем шарик между веревкой и внутренней стороной бутылки. Теперь веревка будет удерживаться внутри. Позвольте продемонстрировать весь фокус от начала до конца и показать, когда же в игру вступает шарик. Только сначала вытащим веревку. Итак, начнем. Сначала позвольте зрителям изучить все предметы. Шарик при этом держите незаметно зажатым в руке. Пусть зрители осмотрят предметы. Они могут заглянуть в бутылку, постучать по ней. В то время, пока они осматривают веревку, возьмите бутылку рукой, в которой держите шарик, и аккуратно опустите шарик в бутылку. Необходимо сделать это максимально бесшумно. Теперь у нас в бутылке есть шарик. Зрители тем временем возвращают нам веревку. Опускаем ее в бутылку, демонстрируем, что предметы не закреплены и веревка свободно двигается. Переворачиваем бутылку вверх дном, слегка потянув при этом за кончик веревки. Делаем магический жест и вуаля! Веревка приклеилась к бутылке. Для того, чтобы снова вытащить веревку, возвращаем бутылку в исходное положение и слегка проталкиваем веревку внутрь, чтобы шарик упал на дно бутылки. Вытаскиваем веревку и передаем зрителям на изучение. Пока они рассматривают ее, переворачиваем бутылку вверх дном, аккуратно ловим шарик и снова зажимаем его в руке. Показываем бутылку зрителям. Это был отличный фокус под названием «Волшебная бутылка». С его помощью легко разыграть людей, ведь они не смогут понять, каким образом веревка держится в бутылке.